киши, семги. Воздушный пирог получится у каждой. Я все гадала, что же вкусного приготовить. Берем стейки, семги, разделяем, кости и кожу срезаем. Рыбу маринуем, соль, перец, лимонный сок. А брокколи отвариваю в подсоленной воде буквально минутку. Тесто взяла слоеное из кусвил. Берем любую форму, выкладываем пергамент и затем уже раскатанное слоеное тесто. Делаем заливку для пирога. 3 яйца, сливки, сыр. Немного подсолить. Все это хорошо перемешиваем. Выкладываем все слоями. Рыба, брокколи и я еще добавила шпината. Шпинат даст сочность этому пирогу. Заливаем и убираем в хорошо разогретую духовку на 45 минут. Этот нежный воздушный пирог вам точно понравится. Всем приятного аппетита!